Какие эмоции после такого матча? Ну, сегодня эмоции не только после матча, но и после всего сезона. Сначала хотелось бы сказать про весь сезон. Поблагодарить руководство за то, что нам дали шанс поучаствовать в профессиональной футбольной лиге. Болельщикам спасибо сказать. Нас поддержка их чувствовалась по всему сезону. Вот. А для молодых ребят она очень важна. Что касается игры, говорят, что Липецк был не мотивирован, но это команда профессионалов, и они обязаны играть так, как положено. Я не считаю, что они не были не мотивированы. Вот. Мы тоже были супер мотивированы, нам хотелось выиграть, вы сами видели, и много моментов создали, к сожалению, пропустили. Но можно сказать, что да, матч нереализованных моментов, очень много моментов было. Как улучшить эту реализацию? Только работать на тренировках и все. И быть, настрой должен быть тоже, что было у нас. Работать, работать, работать.